Итак, привет тебе, Джек Шепард. Это видео я сделал второе для того, чтобы рассказать тебе про мод смерти вопреки, рассказать, что в нем лучше делать, то есть что в нем лучше с самого начала делать. Сразу скажу тебе, при убийстве врагов с них падает оружие, ты его собираешь и несешь к механику. У него рядом с ним стоит ящик, ты его туда кладешь, только оружие, и потом у механика появляется опция, то есть ты ему приносишь детали для оружия, и с помощью этих деталей ты сможешь улучшать оружие или что-либо, или броню. Но инструменты нужно найти, и они всего здесь одни. То есть всего один вид инструментов здесь пока что. И одна локация за тон. Ты уже об этом говорил. Также скажу про сложность. Сложность в этом моде очень большая, поэтому тебе будут очень сильно валять. Допустим, мне очень сильно валяют на мастере. И поэтому я советую тебе чаще пытаться искать артефакты, потому что то ли они спасут тебе жизнь, то ли ты там их продашь, получишь себе что-либо. Также сейчас я тебе покажу, что тебе нужно, а что тебе нужно копить в основном. Здравствуй. С самого начала игры, пусть это будет трудно, но тебе нужно копить. Тебе нужно копить вот на что. Здоров. Подходишь к Шустрому, находится вот тут, и заказываешь у него экзоскелет. Он стоит много, он стоит около 130 или 140 тысяч, но если ты на него накопишь, ты будешь чуть-чуть получше защищен от всего, потому что в основном тут очень мало шмота, то есть тут, по идее, в основном должна быть такая цель, чтобы тебе накопить на экзоскелет, потом уже выполнять задание. То есть ты можешь побегать там сам, допустим, не знаю, не на запись, не знаю, как-то там с своими зрителями, но в любом случае, ты можешь побегать, поискать артефакты, продавать их, потом получить, то есть накопить на экзоскелет также. Вот. Я не знаю даже, что тебе еще сказать. Главное, собирай все оружие и неси его сразу сдавать. То есть это как минимум тебе нужно, чтобы хоть как-то жить в этом моде, потому что он очень сложный и сложность в нем гораздо больше, чем в обычном сталкере, то есть раза в 4 сложнее, чем в обычном сталкере. Я думаю, на этом все. Я тебе все, что мог, то, что сказал. И извини, если я заговариваюсь. В общем, второе видео, надеюсь, я тебе не надоел. В общем, всем пока, и тебе пока, Джек Шепард, с вами был Сайдшейфу. Всем пока, еще раз.